Инициатива оказалась наказуемой. Застройщики жилого комплекса в Барнауле объяснили, почему вместо газона со скамейками во дворе появилась спортивная площадка. Та самая, которую на днях безжалостно демонтировали на Изминогорском тракте 104П. История абсурдная и резонансная. Наш сюжет показали в эфире одного из федеральных каналов. Напомним, благоустроенную спортивную площадку снесли, потому что она, вернее дети, которые здесь играли, мешали отдыхать местным жителям. Понятно, не всем. Свои подписи против площадки поставили всего 25 человек. Этого оказалось достаточно. У суда был главный аргумент. По проекту на этом месте должен быть газон, деревья и лавочки. Застройщик внес коррективы и вместо этого сделал площадку. Но его инициатива оказалась наказуемой. Эта детская площадка была построена для того, чтобы совместить центр детского творчества с вот этим дворовым центром. Вот, поэтому и она была построена чуть-чуть больше, значит, ну, потому что и огорожена уже по-другому маленечко. Повыше был сделанный забор, покачественнее была сделана вся, значит, сетка полностью.